Всем привет! Сегодня мы находимся в поселке Горкуша или Горкуша. Этот поселок совсем небольшой, и он находится на побережье Таманского залива. Население здесь чуть более 1000 человек. Прежнее название этого поселка – хутор Рубанов, хутор Черкова, коммуна «Звезда» или коммуна «Искра». Все эти прежние названия давно канули в небытие, и сегодня, соответственно, он называется так. Это получается в Запорожскую станицу входит что сюда? Батарейка, Береговой, Горкуша, Ильич, Косачевский, Красноармейский, Приазовский. Из этого, наверное, уменьшается здесь, видишь, далеко сильно. Туда просто все входит в Запорожское сельское поселение. Ну, работать-то где здесь? А? Работать-то где здесь? Только что я была на почте, там меня вполне радушно встретили. И я решила узнать из достоверных источников о том, сколько же все-таки население здесь проживает. Мне ответили, что здесь зарегистрировано 1200 человек, но фактически проживает 800. У этого места очень длинная история. И здесь некогда был создан греческий полис, и называли его Патрея. Здесь также проводились раскопки, начиная с 2000-х годов и даже в 2016-м. Я не знаю, честно говоря, мы найдем мы вот это городище или нет, но постараемся. Мне было бы вот лично интересно увидеть в таком маленьком поселке сами раскопки.